Всем доброе утро, друзья! А мы сегодня будем с вами шурпу варить. У меня здесь курица и кусок свининки на косточке. Сейчас я это все промою, залью холодной водой, поставлю вариться. Чуть-чуть попозже присолю. Мясо закипит. Снимаем, конечно же, пенку. И убавляем на медленный огонь, прикрываем крышечкой и варим мясо, чтобы у нас прямо до готовности было мягкое. А этим временем мы подготовим наши овощи. Луковицу я порезала перьями. Морковку режьте как вам нравится. Два зубчика чеснока мелко покрошу. И достала помидоры и болгарский перец из морозилочки. Картошку. Картошку я уже почистила. И тоже берем сколько кому надо. Я нарежу морковку соломкой. Вот так. Не соломкой, даже полукольцами. Вот так порежу морковку. Подготовлю все овощи и будем дальше готовить с вами вкусную, привкусную шурпу. Вот наше мясо варится. Мы убираем пеночку по мере ее появления. И пусть оно у нас варится до готовности. Курочку я вытащу пораньше, а это еще оставим, чтобы у нас сильно не разварилась наша курица. Девочки, закину морковку. Лук чуть попозже. Пусть у нас морковочка варится, цвет будет хороший, вкус. Она дольше лука варится. Картошка у меня вообще разваривается. Девчонки, курочку достала. Сейчас сюда запущу лучок наш перьями. Вот. Сейчас вот немножко еще поварится с это мясо, свининка. И будем запускать уже картошечку и все остальное. Вот так. Вы знаете, аромат такой хороший, цвет от морковочки и вкус. Ну, делаю побольше, потому что поест Миша. Кому что не нравится, будем вытаскивать. Саша у меня, естественно, не любит эту и морковь, и помидор, и перец. Ничего, я вытащу. Мы с Мишей это любим. Вот, если Карина будет есть. Лук вытащим, ничего страшного. Что теперь? Из-за них мы должны бурду есть, что ли? Правильно говорю? Правильно. Так что варится у нас пусть дальше. Ну что, девчонки, мясо я достала. Сейчас мы сюда картошку. Ложится, конечно, кладется она. Добавлю огонечек. Целая. Но вы знаете, порезанная, ну, крупная, вот так. Где-то целенькая, мелкая, вот так, целую. Все-таки порезанная вкуснее. Это на свой вкус, я думаю. Где половинка, где целая, где, как говорится. Попробуем на соль. Так. Сейчас попробую на соль. И закину или попозже помидорчики замороженные свои закину. Так вот, перчик, чеснок и лаврушечку позднее.
Сейчас я попробую на соль. Закипит. Перец горошком я не хочу сюда класть. Потом попадается. Мы в тарелочку черный молотый сыпем. Вот как-то так. Уже такой, знаете, красивый у нас супчик. Мне нравится. Девочки, картошечка сварилась. Последний штрих. Перец, лаврушечка, чесночок мелко порубленный и зеленушка. Все, отправляю сюда. 5 минут прокипит. И выключаем. Так жалко, тарелка вот такая треснула. Очень жалко. Ну, что теперь? Ничего уже не поделать. Мясо я сюда все сложила, девочки. Да. Вот такая вот красота. Картошечка сейчас покажу. Разваривается. Соли немножко добавила. Так, тут у меня больно уж кипит, собаки варю. Сейчас картошечку я покажу вам, девочки. У нас разваривается, я люблю. Я люблю. Вот она. Вот она. Все. Что, правильно сварила шурпу? Ну-ка, пишите. Или неправильно? Знаю, мясо, конечно. Ну, хотя, можно любое мясо. Какое было, такое и, как говорится, из такого и сварили. Сейчас закипит, девчонки. Дадим прокипеть. Минуточек 5. Так, закипело. Сейчас убавлю. О! Вот смотрите. Опа! Ничего не положила. Даже кубика не положила. Потому что такой вкусный бульон. Я считаю, что все-таки бульон должен быть вкусный. Ну все. Ждем. Девочки, а я немножко лучка замариную. Нам с Мишей хватит. Вот здесь оставляла специально. Значит, вот так. Щепоточку соли, щепоточку сахара. Вот так вот. И яблочного уксуса щепоточку. Вот так. Так. И вот так. И пусть помаринуется, постоит. Вот эту не обрезала. Все. Пока наша шурпа настаивается. Так, девчонки, вот она. Ой. Вот она, наша шурпа. Вот она. Вот она, наша красавица. Вкуснятина наша. О. Лаврушку даже можно уже и убрать. Да. Ну что, давайте нальем. Так. Аккуратненько. Вот так. Конечно же. Вот так. Ой, горячо, девочки, рукам. Так, простите, поставлю.
Сейчас я вам покажу свою шурпу. Вот она, девчонки. Так, если есть зелень свежая, я сейчас из заморозки еще достану укропчик. Вот здесь у меня и лучок, и укропчик. Так что вот так вот. Достаточно. Так. Ну и, конечно же, лучок-то любит маринованный. Нам с Мишей хватит замариновать недолго. Ну, вот такой вот у нас прекрасный супчик получился. И, конечно же, я сейчас возьму ложку и попробую. Он, конечно, очень горячий. Вы посмотрите, картошечка, девочки. Очень хочется попробовать. Дуем. Ой, девчонки. Девочки, конечно. Баранина, говядина. Я бы из говядины не отказалась бы. Но голые кости за 350 рублей я покупать не буду. Девочки, картошка разварилась. Вот мне бы еще соли. Губами есть можно. Понимаете? А я забыла перчика. Как так? Как так? Морозный денек, да такой горяченький супчик. Ну ничего больше не надо, правда, девчонки? Это же... А тут на косточке. Ой, я погрызу. Найди, оставлю, не переживайте. Девочки, очень вкусно. И перчик я люблю. И Миша. Ну, не будет, вытащим. Все-таки вкус он отдал. А что делать теперь? Ничего. Будем вытаскивать. Не надо никакого сюда майонеза, сметаны, ничего не надо. Без этого никак. Так. Ничего. Перчик такой немножко с хрустиночкой. Саша в прикуску лучок ест. Чесночок, лучок. Наверное, кусочек хлебушка. Можно намазать сало с чесноком. У меня перекрученное. Посмотрите, как все уварилось. А здесь косточка-то у меня такая. Смотрите. Конечно, это найди отдам. А здесь, смотрите, какое мясо разварилось. Вы видите, девчонки? Я ее так давно не варила. Ой. Девочки, всем приятного аппетита. Девочки, мальчики. Вот самое главное,
долго варить бульон. Варилось у меня все 1,5 часа. Мясо час варилось. Вот свинина. Курицу я через 1,5 часа убрала. Вот. А помидорки даже и не вижу. Они все разварились, все девочки. Это хорошо. С мороженых, это, как сказать, у помидор кожица снимается, ведь хорошо. Девочки, а как с перца снять кожу? Я с мороженого пробовала, не получается. Если только бланшировать. Девочки, и мясо губами ешь. За час. За час оно так сварилось. Это я люблю смаковать косточки. Какая вкуснятина. Девчонки, время. Не поверите? 6:00 утра. Я ем суп. Вчера я говорила, я ничего вообще не ела. И я так захотела. Я так захотела. Мне вот без разницы. Я захотела. Я ночью не ем. А утром я хочу есть. Не надо мне и хлеб, не надо. Так, я ее, наверное, сейчас все-таки на другую тарелочку достану. Лучок хрустит. Ладно, девчонки. Так, где у меня салфетки-то? Убрала. Всем приятного аппетита. Очень вкусный суп. Готовьте, радуйте себя в первую очередь, потом всех остальных. Шутка, девочки. Радуйте себя и своих близких вкусным горячим супчиком. У нас начались морозы. Сегодня 9 градусов. Вчера вообще было 11. Все разваренное. Только глотай. Жевать не надо. А то скажет, опять глотает, не жует. Видите? Вот смотрите. Видите? Вот совсем чуть-чуть нажимаю. Видите? Люблю такую картошку. Ой, девочки, вкусно. Ладно, все, буду доедать свой супчик шурпу. А вам, конечно же, всем здоровья, мира, добра, всего-всего хорошего, доброго. Огромное вам спасибо за хорошие комментарии, добрые, хорошие комментарии, пожелания. Спасибо вам огромное. Всем пока-пока.